98-48. Чем попозже, Александр Григорьевич? А вот сегодня проходят выборы в Координационный совет. Может, вы слышали, может, вы знаете. Так я вам хотел напомнить, чтобы вы не забыли проголосовать. Сегодня проходят выборы в Координационный совет. Напомните, куда? Немножко не в курсе. Но это вот эти беглые, которые за границей организовывают выборы свои. Так, беглые организовывают выборы. Да. И? И надо принять участие в голосовании, чтобы это, от этого зависит судьба нашей страны. Это ваше личное мнение? Или кто-то подсказал? Так а как? Всегда выборы влияют на будущее нашей страны. Так а где выборы происходят? Выборы в интернете происходят, к сожалению, потому что на территории Республики Беларусь невозможно по объективным причинам. Да. Александр Григорьевич, а вы вообще в курсе, что вы звоните на прямую линию, наш разговор записывается? Ну что же, сразу-то не предупредили. Ну, я бы подготовился. То есть вы звоните в Минздрав, знаете, что это прямая линия, да? И вы меня призываете к действию экстремистского характера до 6 лет лишения свободы. Давайте, чтобы вас не посадили, я пожелаю вам удачи. Нет, тогда давайте вопрос по... А что, куда ты? Человек, какой интересный человек. Внимание, Ленин Минздрав. Борис Николаевич, извините, что я про экстремистов, ладно, не будем про них. Вы вопрос... уже начали, это записано. Какой вопрос? Я не хочу с вами больше разговаривать. Ладно, я сяду. Я должен передать ваш разговор компетентным органам. Ну, давайте еще... Если вы думаете, что-то шутить, я вам говорю, что шутить не стоит. Я не шучу. Вы уже дошутились на 6 лет. Вы не судья, чтобы мне давать срок. И пускай суд разберется. А я вам просто предупреждаю, просто, ну, вот, что вы сейчас занимались экстремистской деятельностью. Пусть это мне милиция со мной разберется, а я вам по существу... Разберется, как, не сомневайтесь. Как нет, специалисту. Вы мне позвонили именно поэтому. Нет, я как специалисту вам задам вопрос. Что с Александром Григорьевичем? Почему он больной такой? Ну, Министерство здравоохранения не могут поставить на ноги главаря нации. Он как был в этом... В этом был где-то в Азербайджане. Еле ходит. Сделайте что-нибудь с человеком. Как... Сделайте из него робокопа. Помните, вот тоже. Человек хотел до смерти работать. И после смерти работал. Сделали голову, только поставили на железные вот эти, на железный каркас. И работал человек и после смерти. Хорошо работал, между прочим. Вот так же и с Лукашенко и надо. Потому что тут.